Уже второй год подряд фестиваль «Битва хоров» собирает самых активных и голосистых пенсионеров во Дворце культуры Родина. В этом году отборочный тур конкурса был приурочен к 70-летию Победы, поэтому песни военных лет – обязательная часть программы. Всего в мероприятии приняли участие 4 команды – Химкинские «Зори» и Академический хор Дворца культуры «Родина», Сударушка от Дома культуры «Контакт» и хор Союза пенсионеров микрорайона «Сходня». Каждый коллектив представил на суд жюри 3 песни. Назывался «Сходнинский хор русской песни пенсионеров». Куда меня привлекли, просто привлекли. Как видите, я один мужчина там. Ну, я с удовольствием занимаюсь этим, люблю это дело. Очень приятно, что столько много людей именно пожилого возраста, которые имеют такую активную жизненную позицию, которым не хочется сидеть дома, не хочется тосковать, думать о кризисе, а которые готовы выходить и отдавать душу, там, песни. Вот замечательно, здорово. По итогам отборочного тура финалистами соревнований стали Академический хор ДК «Родина» и Химкинские «Зори». Они отправятся на областные соревнования, которые состоятся 10 марта в ДК «Родина».